можно высказываться по всем прошедшим докладам, которые у нас были. Прошу, пожалуйста, есть ли какие желания что-то сказать, что-то поведать? У меня вопрос. Пожалуйста. Почему Раевский у нас занимается вот расчетом, по подобным расчетам? Ну, во-первых, Раевского у нас сегодня не было, он, так сказать, в командировке. Был сделан доклад, его представитель. Ну, он сделал доклад о том, чего, так сказать, они делают. Поэтому, ну, вопрос тут нет. Они еще и считать могут. Могут, совершенно верно. Могут написать. Вопрос к Раевскому. Я не могу ответить, почему. Я шок с Алексеем Раевским. Он сказал, если будет команда, мы сделаем то, что... С удовольствием дадим команду. Мы вообще всегда стараемся, задачи уже поставлены. Мы всегда стараемся поощрять всех, потому что, ребят, делайте. Мы не можем пинать, пихать каждого и говорить, что там Леня, Степа, вот давай. Ребят, в целом все понятно, вы взрослые люди. Это даже вот наши студенты, и то они уже кончены студенты, они сами не садятся. Мне кажется, руководитель ставит задачу. Если есть какая-то структура, которую отмеряют по хорошо, по шагу, одновременно, точно электродинамический расчет, это вот мы видели сегодня эти решетки. А где расчет, какая там диаграмма направленности? Коэффициент согласования. Ничего этого нет. Пальцем мне вот книгу видели, там картин дал и все. А где школа радиофизики Нижегородская? Где ее признают?